Здравствуйте! Сегодня 5 ноября, и мы начинаем нашу рубрику «День в истории». Итак, перевернем ретро-календарь. Сегодня отмечают свой праздник военные разведчики. День военного разведчика установлен приказом министра обороны Российской Федерации от 12 октября 2000 года. История праздника берет начало с 5 ноября 1918 года, дня создания регистрационного управления полевого штаба Красной Армии. Считается, что оно стало прототипом нынешне действующего центрального органа военной разведки, главного разведывательного управления ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил России. В 1928 году Московский совет, признав необходимость воспитание и просвещение трудящихся, принял решение о создании в Москве планетария как центра пропаганды науки о Вселенной. Уникальное здание было построено по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского. Планетарий является памятником архитектуры эпохи конструктивизма. Первый камень был заложен в день осеннего равноденствия 23 сентября 1928 года. И всего через год с небольшим, 5 ноября 1929 года, состоялось его торжественное открытие. Московский планетарий стал одним из самых крупных в мире. Диаметр его купола составлял 27 метров. Московский планетарий стал 13-м планетарием во всем мире. До этого 10 уже было открыто в Германии, 1 в Австрии и 1 в Италии. Во время Великой Отечественной войны в планетарии читался специальный курс «Астрономия для разведчиков». Немалую лепту Московский планетарий внес в развитие отечественной космонавтики. Именно здесь, начиная с 1960 года и до 1975 года, проводились занятия по астронавигации с первыми космонавтами. Летчик-космонавт Леонов сказал: «Путь на Байконур начинается здесь, в Московском планетарии». В 1994 году планетарий был закрыт на капитальный ремонт, но скоро стало очевидно, что необходимо полное перевооружение, переоборудование. Старт проекта состоялся только в 2002 году. Был осуществлен подъем исторического здания на 6 метров, но вскоре строительные работы были вновь прекращены. 12 июня 2011 года, после 15-летней реконструкции, столичный планетарий вновь начал свою работу. Его открытие было приурочено ко Дню России. Площадь планетария после реконструкции увеличилась с 3 до 17 тысяч квадратных метров. Теперь это крупнейший в стране центр популяризации естественно-научных знаний, отвечающий запросам 21 века как по степени оснащенности, так и по разнообразию образовательных и культурных программ. В этот день в болгарском городе Пловдиве открыт памятник советским воинам-освободителям, знаменитый Алеша. В Болгарии есть небольшой старинный город Пловдив. За свою более чем тысячелетнюю историю городок Пловдив был свидетелем многих событий. О них могут рассказать его улицы, дома, памятники. Один из них – величайшая гора Бунурджарджик-холм освободителей. Его венчает 18-метровая фигура советского солдата, высеченная из гранита, памятник советским воинам, освободившим город и всю страну от фашизма. Скульптура водруждена на 6-метровый постамент, облицованный сиенитом и гранитом, поэтому памятник можно увидеть практически из любой точки города. Болгары называют его Алешей, несмотря на то, что памятник был построен в честь неизвестного солдата. Он получил имя. Разумеется, Алеша – это неофициальное название памятника, но народное прозвище прикрепилось к нему настолько прочно, что используется всегда и повсеместно.
Автор его – болгарский скульптор Васил Радослав. Это символ памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии и от нацистской оккупации во время Великой Отечественной войны. День рождения Останкинской телебашни. Одним из символов современного российского телевидения Останкинская башня входит в десятку самых высоких сооружений в мире. В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки, итоги которого были подведены через год. Победил проект архитекторов Леонида Ильича Баталова, Дмитрия Ивановича Бурдина и конструктора Николая Васильевича Никитина. Новую башню намечалось строить не из металла, а из железобетона. Летом 1960 года началось строительство башни. Но уже через год возникли сомнения и в надежности фундамента всей конструкции. Было проведено огромное количество экспертиз и проверок, прежде чем Министерство связи СССР утвердило окончательный проект башни. Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года. 5 ноября 1967 года, в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, Государственной комиссией был подписан акт о вводе ее в эксплуатацию. Дата подписания акта считается днем рождения Останкинской телебашни.